Лекция 82 про Саулу. Ну, как обычно, по субботам мы ходим в сауну. Да, прогреть кости, конечно. Поплавать в бассейне, массажик. Ну, сауна – это обязательный атрибут. Сейчас зима скоро, поэтому народу там много. Все хотят погреться. Вообще у нас тут 4 сауны. Ароматическая, травяная, там не более 55 по Цельсию. Инфрасауна, там вообще комнатная температура. Только лампы греют аж до 10 сантиметров глубь тела. Паровую сауну я не беру в расчет, она там вместе с бассейном. Ну и обычная, финская, 95-99 градусов, с двумя полками, сухая. Обычно тут человек 5-6, а иногда вообще никого. Ну а сегодня прям как прорвало, 20 из 20 возможных, судя по информационному табло. Сидим все как куры на жердочке, жопка к жопке. И мужчины, и женщины, соответственно, на верхней полке. На нижней есть пара свободных мест, но ведь наверх тоже как-то пробираться нужно постепенно. Короче, сидим, паримся. Кто-то общается, кто-то нет. И тут доходит звезда. Ну, я бы так сказал, за 40, судя по сиськам, которые уже не стоят торчком, и по попе, которая не орехом, но еще не сильно обвисшая. Дама. Простынку скинула и стоит такая в ожидании. Ну, а все 40 глаз, вроде одноглазых не было, на нее смотрят. И тут она такая: ну, может, кто-то из мужчин уступит даме место? Один молодой вроде дернулся, но тут уж я вынужден был вмешаться. Там вроде еще была пара людей моего возраста, но мне же больше всех надо. Женщина ведь борзеет. И кто теперь сексист? Я говорю этому молодому: сиди, мне в автобусе, постоять немного. Потому что кто-то обязательно выйдет через пару минут. Не все тут, как на соревнованиях, в одно время зашли. Так она не успокаивается. А что, мужчины уже перевелись? Ну, тогда уж я вынужден был ответить. Ну, говорю, если так хотите особого внимания, как женщины, могу предложить вам свое колено. Или, может, кто-то еще рискнет, это я уже к остальным мужчинам. Вы бы ее видели. Она покраснела и без сауны, и выскочила вон. Теперь рассказываю, что там на самом деле было. Она, как женщина, хотела поиспользовать нас, мужчин, в своих интересах. Каких именно? Да насрать. Женские мотивы не понять никому, даже им саму. Но факт, что хотелось ей очень использовать свое ногое тело, чтобы поиметь мужичков. Хотя бы парочку, хотя бы. Но вышел облом, потому что мужчин использовать нельзя. Но только идиотов можно. В моем присутствии нельзя. А я ей предложил быть использованной. Наоборот, как женщине. Если бы она села на мое колено, то могла бы и откинуться, лечь. И тогда она бы уже получила внимание не только мое, но еще и нескольких других мужчин. А уж воспоминаний у нее от этих ощущений было бы на целую неделю. Потому что рассказывала бы она подружкам, как лежала, вся такая нагая, на коленях, у десятка мужиков, и у всех у них члены торчали торчком, но она не поддалась. В этом разница. Нормальная женщина с удовольствием отдается в использование, получает кайф от удовольствия. А вот дуры, феминистки, пытаются использовать мужчин. Ну, они тоже получают кайф, но уже от мазохизма.